Любишь ли ты путешествовать? Я люблю путешествовать по городам, потому что очень интересно узнать что-то новое. Узнать, как разговаривают люди на английском. Узнать, как там красиво. Узнать, какая там еда вкусная. Ну, если, например, у тебя нет в городе врача, а ты заболел, то надо ехать. Или и у тебя на дороге какие-то лекарства, например, валяются. Могут быть, конечно, если кто-нибудь там ехал и выкинул. Больше не нужны. Полезные, но не сладкие. Ну, потому что там можно узнать много чего. И, ну, не знаю даже. Ну, потому что там интересно в других странах-то. Ну, и там можно увидеть подружку, если она там живет. Можно там, если покупаться, есть бассейн. Ну, я, например, ты едешь, путешествуешь, там много разных можешь нарисовать картин. Там очень классно может быть. Я люблю путешествовать, потому что можно узнать много нового. А еще можно покорить горы. И все, что угодно можно сделать, если путешествовать. Много можно узнать. Но самый мой лучший город, где я люблю путешествовать, это Тунис. Потому что в путешествии можно увидеть вулканы, горы, еще такое всякое. Потому что когда я путешествую, вижу всегда новые и узнаю. В каких городах и странах ты уже был? Я побывала в стране на море на юге. В городах я побывал в Нижнем Новгороде, где-то еще. Я уже не помню, где я еще побывал. Я в городах побывала, а там в Питере, в Москве, в Калининграде. Я ездила к Марине, моей крестной, и Соне. Они же на паровозе ездят. Я была в Тунисе. Я была в самом Петербурге, я была в Сочи. Где еще была? Я была в Нижнем Новгороде, я была в Арзамасе. Все, больше я нигде не была. Мне понравился в Тунисе, потому что там можно увидеть медуз. И там, около моря, сделана такая развлекательная зона. И там можно, пока папа там или родители... Пока родители там загорают, плавают, можно там поиграть. И родители могут отдохнуть, и вы будете рады, дети. Анапа, Москва, еще. А что там интересного в Анапе, в Москве было? В Анапе ничего, было что-то интересное, но немножко было грустно, потому что там море грязное. Я туда даже ногой не мог войти. И то есть там на бережку стоял и все. Там дяденька такой говорил: кукуруза, самолет прилетает прямо в рот. Не знаю, англичане стрелялись. В Сочи, в Анапе, в Саранске, в Нижнем Новгороде, в Москве. Я тебе как больше понравилось. В Анапе. Почему? Там по вечерам идут... классные песни, танцы. Там еще кафе, вкусно кормят. Бассейны много. Куда хотел бы поехать этим летом? Хочу поехать этим летом на море, там, где песок есть. А что ты там делать будешь? Купаться на море, лежать на песке, загорать. В Крым. Потому что там есть вода, там можно купаться. Вот в том году я встречал человека с белыми голубями. Они у него на плече сидели. Вот. Что там был? Папа делал. Папа был такой дядя. Надо было поднять эту руку и вот эту ногу и стоять вот так вот. В Москве. Почему? Потому что в Москве там есть мои подружки. И потому что там есть кафе, и там можно покушать.
Я хочу съездить в горы там, какие-то там красивые горы, палатку взять, и там будем костер разжигать немножко. Я этим летом хотела поехать в Москву. Потому что Москва – это очень большой город, и еще он самый-самый огромный город. Хочу туда ехать, потому что там еще мой брат учится. А потом, когда он, мой брат, перелетит куда-то в другую страну, я буду жить, хочу жить с ним. Это море, где чистое море, где я могу покупаться хорошо. Этим летом в Анапу. Я не хочу, а поедем. Я хочу, и мы поедем туда.